найти. Диджей, следующий трек. Ответ на них, давай. Давай, парень. Покажи, как вороне затанцуют. Спасибо, Данил. Это был финал, что за гранд. Замечательно. Ну давайте, Елена, определите, пожалуйста, кто выиграл. И идите вот к ней. И считаем всеми. Вот я говорю, раз, вы говорите два, вы говорите три. Раз. Два. Ну, что-то как-то слабо. Ребята, старались на вас. Вот, ну, ребят, часы, не уходим. Диджей, тише. Вот сейчас Елена скажет вам пару теплых слов. Елена скажет, да так еще и наградит вас всеми грамотами. Да? Ты просто хочешь грамотами наградить. Окей, ну, подходит ко мне Орлова Катя. Хлопаем. Девчонка, молодец, держи. Качан Костя. Вот, финалист, Липецка. Ты вообще старался, держи, еще тебе значок. Я тебе майку потом отдам еще. Не волнуйся, не уедешь ты без призов. Мажурин Артем подходит к нам. Вот он, бегун смерть, степлака. А Артем отдаст Лена майка. Лена майка. Огородников Данила. Держи, и потом к нам подойдешь. Ух ты. Застражникова Маша, держи тебе. И грамоту, и значок, не уходи. И Арина. Тебя прям по имени, неофициально, без фамилии. Похлопаем, давайте поздравим участников. Ну а сейчас главный приз на первое место. Снимай майку. Я пошутил. Слышишь еще, да? На самом деле, мне кажется, это очень крутое начало фестиваля, потому что то, что ребята сейчас показали, ну, это зажигает. А то, что его начинают тоже глаза гореть, и от этого хочется выйти и здесь еще не танцевать. Поэтому, ребят, вам пожелание не бросать, а также преданно относиться к тому, что вы сейчас делаете. Вот. Пусть ваши глаза горят, и пусть зажигаются от этого другие люди. Спасибо вам огромное. Спасибо, Белый, спасибо. Вот, мы скажем спасибо Лене за такие теплые слова. Лена не просто говорит, Лена.